Начинаем с самого начала. Разбор правой рукой. Показываю. Покажу одним пальцем. Ну, если взять условно, что эта песня в ля миноре, назову ноты. До, ля, ля, соль, ми, ми. Соль, ля, до, ре, ми, ми, ля, ля. Так, пойдем дальше. Показываю одним пальцем. И озвучиваю ноты. До, ля, до, ре, ми, ми, ре, ми, ми. Ре, до, ре, ми, ми, ми. Так, это у нас был куплет. Сейчас покажу припев. Покажу одним пальцем. И последний мотив. То есть последняя часть, да? Покажу одним пальцем. Назову ноты. До, ля, ля, соль, ми, ми. Соль, ля, до, ре, ми, ми, ля, ля. Вот. Ну, это правая рука. Давайте еще раз покажу от начала до конца чисто правую руку. Вторая половина повторяется, да? Итак, смотрим левую руку.
сначала ля минор, дальше соль мажор и до мажор. Еще раз показываем. Ну вот, я играю так. Можно вот так. Кому как больше нравится. Еще раз показываю левую руку. Ля минор два раза. Потом соль мажор и до мажор. Дальше идет месяц-аккорд. И ля минор. Показываем еще раз. Тут понятно, да? Дальше разбираем. С ля минора, потом переходим на до мажор. Соль мажор. До мажор. И месяц-аккорд. Еще раз показываю. Ну что, показываю еще раз куплет. Покажу припев. Начинается с ля минора. Дальше ре минор. Дальше соль мажор. До мажор. Так, еще раз. Показываем еще раз. На фа мажор, соль мажор, до мажор. Еще раз показываю. Дальше месяц-аккорд и ля минор. Покажу еще один раз. Так, секундочку. Так, дальше играем. Так, показываю еще раз припев. Еще раз показываю. Так. Так, извините, тут дети у нас не могут поделиться с игрушками. Играем еще раз. Припев.